Смотрите, Анастасия мой соперник. И вот она меня берет за плечо, вот этим, за плечо, взяла, жестко, хорошо. И так палец тоже засунула, да? Вот так хорошо. Локоть всегда внизу бойца. Если локоть поднят, да, с поднятым локтем легко работать, его легко давление на него оказывает здесь, да? Больно. Смотрите, локоть поднят, вот она сейчас, ну, типа, еще там промазарина, что-то там, гнал. Вот я такой раз, да. Все. И смотрите. Не видели Анастасия? Анастасия девушка высокая, стройная, поэтому чуть выше, больше весит, чем девочки, которые поменьше. Но в пропорциях она идеальна. Да, поэтому смотри, крепко держи. Смотрите, я не могу ее поднять. Я вроде такой развитый, но не такой развитый, чтобы поднять правильную форму. Да? Вот как вот так просто рукой вот отсюда, у меня связка оторвается. Теперь я делаю блок, смотрите, раз, два. И я влезаю. Сейчас тема. Я не поломаю. Раз, идет падение, да? Значит, блок не только работает как отбивающее средство. Настя меня бьет по голове. Он может и так сработать. И как с крыши снег соскальзывает, да? Видите, он соскользнул, Анастасия сильно вложилась и завалилась ко мне в капкан. Я взял здесь на гильотину или что-то, да? Ее. Но есть при захвате отсюда. Захватила. Вот видите, она правильно вот. Я могу постучать, да, и сдаться. Могу, разные вещи. Но я делаю движение блока, смотрите. Крепко-крепко могу. Отсюда. Следующая техника, то, что Насте не очень можно делать, но я покажу, смотрите. Видите, я беру сюда, и она уже сейчас будет что делать? Плакать. А Роберт дома? Учите. Нет, дома. А Роберт дома? Вот, поэтому блок может и здесь, а если... Чаще. Нет, они-то понимают, это вам все было понятно. То есть, понятно, значит, вот действие блока, да? Покатаем, ос. Значит, блок выполняется, Стас, не только вот отсюда. Он может быть подбивающий линию в лицо. Оп, еще раз. Еще раз. Оп, оп, мы можем начать, да, отсюда. Можем такой спарринг. Это игровые такие, да? Он подбивающий. Но при захвате... При захвате, даже игра не прокатывает. Здесь уже такой серьезный идет хардрок, да, тяжелый. Поэтому я вытащу, могу даже подсев, чтобы ставить плечо, да. И потом у меня высвобождается зона, я наношу удар в пах, например, да. И человек изгибается. Вот он сел и сломал конструкцию. Я могу его и отсюда пробить, и так и далее. Вариант, это называется бункай. Бункай, то что, поэтому просьба выполнения блока через центр. Я сейчас покажу, посмотрите. Попробуем сейчас. Смотрите, вот правильное выполнение. Мы встали, ноги заряжены. И работа корпуса. Некоторые делают так. У вас сил не хватит. Именно вкручиваемся. Вкручиваемся. Смотрите, мой кулак перекрывает плечо. А мой корпус узкий. Вчера Настя со Стасом рубились. По кикбоксингу. Первый раунд Настя вот так прыгала. Очень устала, потому что ноги загружаются. Когда она устала, начала так работать, вот посмотрите в интернете, ей стало легко, ей удобно стоять, она начала накидывать сбоку прямо. И в конце мне призналась, в самый последний момент, говорит, Шихан, мне так было классно по кикбоксу. Так мне это, ну, хорошо пошло сегодня, потому что сама природа ее обточила, как будто вода обточила камень. И она в конце очень хорошо, а начало было трудное. Так и здесь, начало трудное, а сейчас будем исправляться. Вот это? Плюс. Спасибо. Спасибо, встали.